Утро начинается со стоматологии. Пойдем удалять зуб. Дошли до дома, до подъезда. Вот это вот нос, вот эта часть, мне кажется, даже с глазом. Все стекло. Тут вот трогаю, вроде бы чувствуется. А вот нос как будто залежавшийся какой-то. Так что, ну, не страшно, не больно, ничего. Сейчас буду таблетки принимать через 2 часа. Вот. Темпалгинчику, наверное. Вот. Зуб мудрости у меня аляулю. Ну, ничего страшного. Вот рекомендации какие. Дали бумажечку. Хоть и говорят то, что через 20 минут надо марлю убирать, но я все-таки еще держу. Прошел час после удаления. Ватчику я еще держу, я боюсь. Мне кажется, там кровь пойдет. Вот. Ну, в общем, короче, нехорошо. Подержу еще маленько. Вот. А так что хочу сказать. Не бойтесь, удаляйте зубы, которые вам просто не нужны, которые испортились. Ничего в этом страшного и серьезного такого нету. Вот. Я побоялась. Почему я пошла удалять зуб? Потому что я побоялась, то, что у меня один зуб задней мудрости, он разрушенный. И я просто побоялась, то, что он захватит другие зубы. Вот. И будет тоже там темнеть, вот, разрушаться. А тот, я даже не знала, то, что он плохой, он меня не болел, ничего. Вот. А случилось такое, то, что он меня просто в один прекрасный момент взял и раскрошился. Вот. Раскрошился до такого состояния, то, что, в принципе, он весь внутри был испорченный. Вот. Снаружи был нормальный. Вот. Так что вот. И вот. Осталось еще вылечить один зубик, и все. Все-таки через 2,5 часа я все-таки вытащила эту марлечку. Потому что мне стало ужасно дискомфортно. Вот. Чувствую я себя сейчас хорошо. Вот, еще полчасика, и можно будет попить. Вот. Так вот, я самый счастливый человек на всей планете.